Сегодня у нас солнышко, просто супер классная погода, и мы идем куда? Куда идем, дети? На балет. На балет идем, да, потому что вы кто? Балерины. Да, ну как танцуете на балете, покажите. И мне, кстати, дали слово. Ну, кстати, да, сейчас посмотрим все. Ну, покажи. Так, ну бежим, а то опять опоздаем. Ага. Пошли. Вот здесь на втором этаже наш балет. Готова? Угу. Прическу вот идем делать? Ну, юбку одевай давай. Вот это на пантов, да? Чего ты? Вот это на пантов. На пуантах как будто-то? Да. А, ну, наверное. Панты есть. Кокотки есть, юбка есть. А прическа есть? Пока нет. Заколочки, резиночка. Мне надо резиночки. Угу. Две. Расческа есть? Угу, хорошо. Все, делаем? И ножку пожимаем. Ладно, все, Ев, получилось, все. Иди дневник бери. Там. Все, пошла? Вик, идем одеваться? Да. Давай сначала оденешься, потом будешь плясать, ладно? Ротик. Может, надо сначала размяться? Нет. Я переоделась. Сейчас мама мне будет делать прическу, и вы посмотрите, какая она. Сейчас за кулочки сидем. Че, Маша, ты не надо, как будто ты никто не видит, что тебя снимают. Понимаешь? Все. Так, Викуся с прической рисует, раскрашивает балеринку. Да, Викуся? Угу. Юська занимается. Сегодня почему-то все девчонки на занятия не пришли. Юська сегодня одна. Ну и прекрасно. Давик. Пойдем подглядывать сегодня за Евой. Кто там идет? Давай, покажи. Все, Ва, выкинешь, пожалуйста. Да две наклейки целых, Ева, да, Ев? А, нет, чай тоже, делай. Закрывай дверь, Ев. Да? Закрывай дверь. Закрывай дверь. Аккуратно. Пока так.
Так, Викуся там занимается, а мы с Юси в магазин. Пойдем, Ев. Пойдем. Пойдем. Ева, накупили пирожков и пришли за Викой. Вот тут. Да, Вики. Там Викуся тоже. Да, Ев. Викуся там репетирует. Итого, много часов я провожу на этом диване. Да, Ев? Да. А я занимаюсь, а Вика занимается. Да. Посмотрите. Посмотрите, говорит Ева. Это у нас дневники, в которых девочки собирают свои наклейки. Вика вот один такой уже закончила. И когда там набираешь определенное количество наклеек, то даются подарки. Вот у нас была кукла, книжка, веер и браслет. Вот сейчас у Евы у нас какие-то раскраски. Вика вот уже тоже насобирала на еще один браслет. Следом должна быть бутылка для воды, гетры и рюкзак. В общем, так. Thank you.